смотрите, это мангру рощи. Это один из растений, которые живут на салуне вода. Здесь она фильтрует воду. Она можно трогать, но вот смотрите, вот здесь соль остается. Она делает как фильтр. Вот. Да, фильтрует воду. Да. Соль. Колыська. Да. Это один из растений, которые живут на салуне вода. Они сами. С косточки осыпаются, да, да. А ягоды есть нельзя? Нет, нет. Крабы здесь. Это места для крабов. Здесь все крабы влаживают своих яиц здесь. Вот. Они начинаются маленькие. Они прятались в дырочке. Да, и потом растет. Красиво, правда? Смотрите, здесь это мы находимся между два залив. Вот это Суэцкий залив. Это Суэцкий залив, это Акабинский залив. Какой? Акабинский залив. Акаба. Так мы же плавали на этом, да, ну, да. Пошли туда-туда. Мангору рож. Краби, смотрите, краби. Вот всю краб. Да, да, это их корни. Вот. Их уже прогнали. Давай сюда. Потихоньку, чтобы они не бегали. Вот большой, смотри. Вижу. О, увидела. Клешня оранжевая. Одна большая. Одну только. Ой, смотри, сколько. Ой, их там маленькие еще. И вон там. И новые паростки, да, вот да, это? Да, это, да. Нарастают косточки. Да. Вот. Ничего себе, боком бегают. А что у них одна клешня? Тут такой... Один такой. Ой, сколько их там маленьких бегает. Много. Мама дорогая. Как тараканчики. Нет, она всегда такая зеленая. Это не, она будет расти. А будет, да? Будет, да. Да, как она сюда попала? Я это не знаю, не могу сказать. Ну, такая растение сама растет. Не манго, а мандра. Мангров, мангоров. Нет, еще у нас есть в Напке живут. Но это бывает только в три места в мире. В Шарме, Кения и еще в Мальдиве. Тай, на Мальдивах еще. Что на Мальдивах? Вот это мангру рощи, это тоже. Вот видите, оранжевые крабы. Да. Вкусно, наверное. Да. Такие прикольные, смотри. Раз в ямку. Вот. Я передумал. Маленькие. А, боже, он малюсеньких, как бука, вообще вот такие малюненькие. Глянь, он сколько. Аж прозрачный.
А те он уже вроде бы как подростки, уже клешня одна такая. Так они, у них панцирь разноцветный. Ой, да? Ой, попрятались. Он, видишь, они махонькие такие, а он тоже наполовину залез. Ага. Подростки. От тебя. Вонюха такая. Жук. А где же их родители? Где же большие крабы? Надо искать их родителей где. Это будет интересно. Да, конечно, их надо кормить. Такие мутант вылазится. А что они тут едят? Едят здесь они. Ну, у них есть что-то, песок и здесь и растения, и вот так. Они же в воде должны что-то. Ну, сначала они должны вот в сухой вот этот песок, и потом они начинаются на берега. А у нас в отеле не такие крабы. У нас там серые какие-то, и у них одинаковые клешни. Ну, да, я знаю, да. Серые. Да, здесь а вот такие другие. Разные, разные. Вот разные крабов. Боже, как муравьи. Как муравьи. Что-что? Ну, вулканическая порода. Здесь нельзя, друг, давай. Саша, вылезь оттуда. Это магма? Это вулкан? Не знаю. А где тут вулкан? Тут же вулкан. Вулкан где есть был? Нет, это вулкан. Тысячу лет назад. Да, это нет, даже больше. Смотрите, давай посмотрим здесь. Показываю. Что-то здесь показываем вам. А тут вода? Смотрите. Вот это заповедник Крас-Мухаммад. Этот заповедник похож на голова в море. Поэтому называли раз. Слово раз переводится на арабском голова. Вот. Мы здесь и находимся. Между два залив. Вот это Акабский залив, это Суэцкий залив. Вот это Акабский залив, это Суэцкий залив. И мы, получается, вот это на этот, самом, да, самом... самом наверху Синайский полуостров. Мы находимся сейчас между два залива. Да, мы находимся здесь. Я на краю света! Правда, правда. Видели, я на краю света! Вот это такой, вот этот крабик, который здесь. Что это? Рыба? Рыба-камень. Рыба-камень. Да? Она очень... Ядовитая. Да, она очень не надо. Вот, смотрите. Здесь вот тоже битица, который здесь. Вот. О, наш аист. Да, аист. И почему ваш? Наша вместе. А у вас живут в Украине летом. У вас летом в Украине. И к нам летает зимой. Чтобы знали, первая остановка. После они летают с Украины, первая остановка здесь на Крас-Мухаммад. Мы знаем, они знают здесь какое время. И начинается их фотографировать здесь. Здесь весь небо будет в аист. Здесь еще... сова и орол. Сова? Да, и сова и орол. А сова же в деревьях живут. Ну она здесь тоже есть. Рыба кушает. Рыба кушает, крабы кушают. Вот и здесь корали. Корали здесь вот такие. Вот это здесь корали. Здесь рыба влаживает своих яйца. Вот это манго-рож, вот здесь. О, вот этот вот краб, который крабы, мы видели. Крабы, которые одну клешню. И вот, а прочитайте, что это? Это его яда. Ягод, ну. Но это не съедобное. Это не съедобное. Похоже на наш абрикос. Абрикос. Можно от него делает водка. Мангровая наливка? Да, наверное. Вот, ребята, красота, правда? Здесь есть такие... Есть такие коралли, которые здесь каждые 100 лет только растет 1 сантиметр. Здесь очень богатый под водой. Этот заповедник ЮНЕСКО поставил один из самых красивых заповедников во всем мире.
Да. Вот я это. Просто тихо не умею. Надо эмоции выплескивать. Да, это их программа то же самое. То же самое. Ну, $40 стоит. Но мы даже делаем побольше. Больше. А потом. У нас программа больше. Программа больше. Мы увидим очень много. Еще у нас телескоп, я вам покажу, где. Еще вам покажу много что-то. Что показываем разлом от земли трясения. Вот да. Там. Потом вот там это озеро желания, которое меняет цвет каждые несколько часов. Это зависит от солнца. Почему называли озеро желания? На самом деле это не озеро, это как залив. Ну, просто когда отлив, она начинается, закрывается отсюда. Поэтому получается будет как озеро. Как, ребята? Красиво все? Очень красота неимоверная. Давайте дальше идем.